Хай-ухай, с вами типа Ивангай. Всем привет, с вами канал MD519, мы поговорим о разных фоновых, там, это чё? А это от компании Sony, 2000-2000-2000-го года. Rainbow Player 2000-го года. Кассета не тех времен, но ещё позже. Где-то 97 или 2002, точнее не помню. Была у меня раньше вот такая камера. iLook 110 Genius. Но у меня потом её не стало, не важно. Также я пользуюсь... кто... кому понравится ролик, поставьте палец вверх под этим видео. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Вступайте в мою группу ВКонтакте. И становитесь моим другом ВКонтакте или подписчиком. Как вам угодно. И если вам не жалко, кидайте деньги. Ну, не то, что не жалко. Поддержите меня. Как бы все. Заказывал ее за 260 рублей, свою карточку Яндекса. Итак, мы начинаем третий урок рисунки. Также я в компанию InDesign отправил свое резюме насчет делать дизайн для, ну, для временного тату, как бы. Чтобы делать временное тату. У нас, как всегда, есть и зеленый лист, помню, ой, ну зеленый, он тоже желтый, да, желтый. Также у меня такие себе очки. Как вы скажете, у меня черный полностью волос или нет? Что, когда на видео смотришь, переливается, он какой-то синий становится. На самом деле у меня черный, а на солнце он меняет цвет, неважно. Пошли, берем нашу эксперт ручку любимую, начинаем мы что-нибудь рисовать. В прошлом уроке я рисовал меч и альфа-бета. Альфа-бета не получилось, ну то есть получилось, но не меч надо было еще нарисовать в альфа-бете. И так как я посмотрел пару видеороликов, там Олегу Воронцову лайк, никого дизлайка, прочее. Кстати, он подписал, он добавил меня ВКонтакте сегодня именно. Ссылка, если хотите, скину скрин, что у меня в друзьях, или просто найдите на канале YouTube мою ссылку на контакт, зайдите и посмотрите друга. Олег Воронцов. Тот самый видеоблогер, который делает художественные рисунки. И что мы нарисуем? Что мы нарисуем? Надо подумать. Я как бы его попросил, чтобы он нарисовал меня. Арт. Ну, как бы я. А себя попросил его, его спросил, а знает ли он канал MD501. Он написал, сейчас гляну. Думаю, класс. Сейчас гляни, значит сейчас гляни. И потом, не секрет, он меня добавил в друзья. Некоторые фаны там Майнкрафта я не буду обсуждать. Там ложка Ивангай по Майнкрафту снимал свой мини-фильм. Правда, я сегодня еще пару роликов посмотрел. Мистер Джеффи, оу, как не надо снимать Майнкрафт. Меня просто убило, я ржал посты. А, и канал Цитрус. Спасибо за классные видео. Я, возможно, тоже начну Майнкрафт снимать. Ну, не так, как школьник, а как-нибудь подробно. Я поначалу кто-то там снимал, а потом с бандикам.
бандикам есть, ну можно и посоветовать какую-нибудь другую игру. Может по Майнкрафту, может GTA San Andreas. Также ссылку я скину на свой Яндекс.Диск, и там будет галерея, ну, фоны для этого, для заставок. То есть я в игре зашел в игру GTA San Andreas и сделал пару фотографий качественных. Ну, взял там, зашел в свой дом, прошел миссии, взял свой фотоаппарат и начал щелкать. Думал, классно будет. Классно будет. Подпишись, поставь палец вверх. Всем пока. До новых встреч. А еще в следующем видеоролике я расскажу, ну, пару своих тоже коверы, плюс пару бонусов, кто хочет, создам там логотип или создам, к примеру, видеозаставку в Aurora 3D Animation или в Sony Vegas. Ну, в Sony Vegas я не очень, у меня его нету, у меня только, что у меня версия 64, он немного не активен. Поэтому как бы в Sony Vegas я не работаю, я редактирую Windows Movie Maker. А в последней версии она называется киностудия Windows. Простой, а еще мой знакомый друг сделал программу, которая тоже редактировать может. Но правда она еще не вышла, название тоже и сказать ну, пока не могу афишировать. Но скажу, что она будет классная и она будет 18-м или 17-м или 18-м году, точно сказать могу, потому что сам 100% не знаю, он сказал бы, он как бы сказал, что она будет, а когда точно не сказал. И плюс будет еще пару, ну не коверы, а я познакомился с одним исполнителем, его зовут Славик, фамилия у него неважно. Группа Асад, у него email Асадмит вроде бы будет. Сказал, что он только создает. И попросил меня немного его продвинуть на ютубе. Так вот, если ты меня, Славик, видишь, Славик, тот, который создатель, исполнитель, рэпер группы Асадмит, поставь палец вверх под этим видео, напиши в комментарии напиши под видео, становись моим другом ВКонтакте или подписчиком и подписывайся, конечно, на канал и смотри, получай новый видео, самый первый. Плюс как я вроде бы обещал, я поменяю, может быть, шаблон. Делаю на шаблон новый для ютуба. Также делаю шапки 3D по 20 рублей. Кому надо, пишите, кому надо. Шапка там Майнкрафт, GTA San Andreas и тому прочая фигня. Я напоминаю, с вами был канал M-D51. Всем пока. Я как Ивангай. Всем бай-бай.